Запомни, раз и навсегда, мужчина ничего никому не должен. А ты, женщина, ты должна работать, должна убираться по дому, вести быт, заботиться и воспитывать детей. Но мужчина, просто по праву того, что он мужчина, ничего никому не должен. А эти алименты, это же чисто бабская выдумка. Мало того, что эта баба развалила семью, она еще и деньги требует потом. Где вы в дикой природе видели, чтобы волчица у волка алименты просила или тигрица у тигра? В дикой природе нет такого. Это только бабы наши выдумали эти алименты. Причем мне, как мужчине от женщины, это ничего не нужно. Пусть даже не готовит мне, пусть даже не стирает мне, не убирает. Мне этого ничего не нужно. Мне нужно, чтобы нам с ней вместе хорошо было. Просто она должна этими обязанностями, вот стирка, уборка, готовка заниматься, чтобы не деградировать, чтобы хоть чем-то заниматься свободное от работы время. А мне холодно, мороз, минус 15, пошли куда-то погреем. Тарелочница, тарелочница, лишь бы пожрать на халяву, лишь бы наши деньги кровные просрать. Конечно, ты же сама не зарабатывала, а мужик какой-то олень просто с рогами, должен это все оплачивать. Не нравится работать, не подходи к мужчине.